Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Phantom Doctrine. Ну что же, у нас с вами сейчас на карте осталось только одно задание. Это прервать и провести здесь штурм, план заговора срывать. Тут у нас находятся два агента, Коррельон и Староста. Мне интересно, тут указывается их здоровье? По-моему, нет. Да. К сожалению, здоровье не указывается. Ну да ладно, в принципе, давайте начнем штурм, а потом уже продолжим дальше. Возможно, с вами в этой серии еще и переедем. Тактическая разведка у меня не выполнена, это плохо, поэтому, в принципе, тут уже по барабану все идут так, как есть. Поехали. Итак, работаем аккуратно, тихо, но по возможности быстро. У нас три бомбы, которые надо обезвредить, и два места, где мы с вами сможем высадиться. Давайте начнем отсюда же. Потому что здесь какое-то слишком открытое место, хотя... Хотя я тут уже вижу лазеры. Нет, давайте все-таки отсюда начнем. Поехали. Окей. А ваш задача проникнуть на территорию, помешать их действиям и уйти. Понятное дело. Так, ну здесь уже запретная территория. А вот здесь территория не запретная. Так, Индиго. Давай-ка на два хода вот сюда. Так, это у нас гражданский. Да, это у нас гражданский. Здесь вроде бы ничего полезного нет. Так что можем продолжать движение. Мы можем пойти прямиком сюда. Так, ты у нас гражданский. Это у нас мент. Это у нас боец. Но здесь камеры, опять же, получаются, не вырубаются. А так мы попадаем на запретную территорию. Это еще один мент. Ну окей, давайте пока сюда. Наверное, скорее всего, двоих будем тащить сюда. Термин, Веснушка, Скорпена. Скорпена, наверное, будет помогать Индиго. А Веснушка с Термином пойдут наверх, туда, в ту часть карты. Может быть, там где-нибудь вырубаются камеры. Так, это все гражданские, это все менты. Бляха-муха, территория-то здоровая. Реально здоровая. Просто мне интересно, есть тут вообще что-то полезное? Или нет? Или все это зря делается? Но пока идут все вместе, все рядышком друг за другом. И это хорошо. Менты палят, получается, все окна. Подожди, а здесь второй этаж, что ли, есть? Молодец. А нафига я тогда так пошел? В общем, здесь, получается, вырубаются лазеры. И можно будет дальше пойти. Я молодец. Я красавчик. Я тут просто тупо не заметил лестницы, серьезно. Ладно, Индиго где находится у нас? Индиго находится здесь. Надо искать, где здесь вход на второй этаж. Да сразу ты не определишь, где вход. Но здесь какие-то окна. Камеры, камеры. Так, термин. Давай вот сюда на два хода. Блин, ну как же так не заметил ту лестницу-то? Так, и сюда ты не поднимаешься. Так, гражданский стоит, никуда не идет. В принципе, тут больше никого нет.
Здесь запалить нас никто не может, окей. Ты здесь никого не видишь, хорошо. Веснушка. Веснушка также не залазит. Это ты мента видишь. Класс, молодец. А нельзя было это все через окно также пройти? Ну а вы пока тогда сюда. Вокруг здания, возможно, там что-то мы найдем полезное. Опять же, второй этаж, окна тоже все-таки палево. С первого этажа могут спалить. Так, давай-ка вот сюда. Угу. Здесь есть вещи, в принципе, которые можно будет забрать. Давай вот встанем, наверное, вот сюда. Тут ты никого не видишь. И я, кстати, нашел лестницу на второй этаж. Замечательно. Так, надеюсь, здесь никого нет. Прекрасно. Так, термин. На один ход сюда. Здесь он никого не видит. Неплохо. Два хода сюда. Да, прекрасно. Ага. А мы видим с вами уже первого агента. Так, веснушка. А здесь что? Не особо понимаю, но кто-то здесь палит. А кто палит-то? Я реально не понимаю, кто палит здесь. А тут еще и третий этаж есть. А! Ясно, кто палит. Гражданский здесь палит. Сразу ты не заметишь. Давай пока сюда тогда. Блин, хорошо пошел сюда, а не здесь встал. Скорпена. Блин, она идет так, как мне не надо, серьезно. Это максимально два хода, да? Ну вот давай, тебя сюда сейчас поставлю. И по идее ты должна, да... Да, не должна на ничего. И не доскачь на туда. Хорошо. Мне надо, чтобы она забрала здесь вещи. Можем, в принципе, и так пойти. Чё бы нет. Но это все бойцы. Здесь гражданский еще лазит. Вообще прекрасно. Так, как с тобой-то быть? Два хода сюда. Так, это тоже боец. Боец стоит, и пофиг вообще на него абсолютно. Он никуда не двигается, да? Да, а вот здесь есть документы, которые можно будет сфоткать. Но здесь еще есть окна, и плюс ко всему здесь еще есть решетка на двери, которая тоже просвечивает. Это плохо. Ладно, термин тогда пока вырубай лазером. К сожалению, это не камеры. Всего лишь лазеры. Гражданская уходит. Ага.
Здесь тяжело будет пройти, потому что здесь их трое. Why are we here again? Так, как же быть? Но здесь не пройду я, это палево будет сплошное. Тут два гражданских, блин. Вражеский агент, который сюда встанет и опять же перекроет мне лестницу. То есть наверх я уже не поднимусь однозначно. Здесь подъема тоже нет, поэтому, наверное, лучше выйти и найти другой вход. Возможно, что-то здесь есть полезное. Но опять же, это не факт. Давай-ка, наверное, будешь у нас вылазить. Так, это палево, да? Окей. Скорпена. Отлично, один из пяти. Один из пяти. Ну, тут далеко-то не уйдешь. Hurry up. They'll be here any minute now. Да, мы тут с вами будем долго. Без маскировочки-то сложновато. Тем более, там гражданский палит, а там гражданский палит. Так, два хода, давай сюда. Она уходит. Так, а документы, серьезно? С этой стороны надо будет заходить? Ты издеваешься? Не, ну конечно, я могу его вырубить, но какой в нем смысл? Давай лучше вот здесь вот у краешка встану. Ты же не, у нас никуда не идешь. Вот так вот, отлично. Термин. Как быть с термином? Его здесь палит гражданский. Здесь палит тоже гражданский. Поэтому, наверное, ты пойдешь у нас сюда. Why are we here again? Так, а ты у нас пойдешь вот сюда. Надо найти, где вырубается камера, блин. Reporting. Скорпена. Так, ну Скорпене здесь делать нечего. Здесь лазер мы отрубили. Тут ничего полезного нет. Будем проверять весь первый этаж. Да. Я могу, получается, только вот сейчас вот забрать. Я сейчас так и сделаю. Значит, там у нас агент. Плохо. Плохо. Так, термин идет сюда. Waiting on your go. Ну и как быть с тобой? Получается, вражеский агент нас палит. А если я пойду с этой стороны? Допустим. Это уже плюс, что он стал спиной. Здесь камеры. Здесь у нас находится бомба.
Но здесь у нас есть боец. Но у тебя тут один ход. Там камера. Да, я походу еще не проснулся, блин. Камера-то я видел совсем очень-очень поздно. Так, ну три хода. Он пойдет обратно. Здесь то ли камера, то ли кто-то еще тут палит нас. Может быть... А, вот, как раз снайпер палит. Но снайпер уходит, поэтому... Блин, в идеале, конечно, было бы... Ну-ка, давай сюда. Да, вроде никого нет. А у нее слишком много здоровья, 129 у него. А сколько у Индиго? Бляха ты муха, у Индиго мало здоровья, у этого... У Скорпиона тоже мало здоровья. Так, ну тогда пока сюда. На два хода. Обалденно. Так, Скорпиона. Ну, благо, Скорпена может вернуться и... Офигеть, 129 у него здоровья. Оставим дверь открытой, чтобы можно было видеть его. Так, термин. Ну, придется их тащить сюда. Вариантов тут никаких больше нет. Так, здесь ничего полезного нет, поэтому Веснушка у нас... Пробежится по зданиям, посмотрит. Мы знаем, где уже находятся вражеские агенты. Это уже плюс. Так, это второй этаж, здесь есть вещи. У этого 99 здоровья. Так, а их точно получается двое, да? Он же вроде как только здесь ходил. А, он ты как хочешь. Понятно. Но благо, лазер-то я здесь вырубил. Здесь я, в принципе, тоже могу подняться на второй этаж. И потом избавиться от снайпера. Но сейчас это палево. Я не знаю сейчас, где находится вражеский агент. Здесь у нас есть, уже есть сумка. Так, ты, конечно же, не пройдешь. Так что придется пока вам постоять. Термин. Да, это все хорошо. Он стоит здесь, но никто не дойдет. То есть мне надо будет найти здесь сначала снайпера. Веснушка. Сможешь разобраться? Нет, не сможешь. Так, а здесь камеры. Здесь камеры, здесь надо быть осторожным. Скорпена. А, ну, они не вырубают. Никто из них не вырубает. К сожалению, поэтому стоит все на месте. Дождемся, когда вражеский агент у нас пойдет обратно. Так, я вижу, где вырубается камера, это плюс. Так, а вот то, что здесь стоит гражданский, это минус. Но он здесь один, и он пока никуда не ходит. Термин, конечно, дает его вырубит, но... Вдруг здесь кто-нибудь есть. И что я потом с ним буду делать? Я могу тебе воткнуть сейчас усиление? Окей. Okay.
Просто было бы классно, если бы у него тут ходило... Да, два хода как раз у него тут хватает, и ход, чтобы смыться. Просто здесь кто-то стоит, и, возможно, кто-то здесь палит. Может, туда пока не париться, пусть Эрмин стоит на месте, веснушка. Так, давай сюда. Да, камеры здесь палят. Веснушка здесь не пройдет. Но она видит снайпера. Это уже плюс. А сможет его убить? Выстрел в голову. Рискну. Неплохо. Неплохо. И, в принципе, тело никто не спалит. Это хорошо. Осталось только дождаться, когда вырубим камеры. Так, ну Скорпен, смотри, спокойно доходит до гражданского, вырубает его, чтобы у нас тут никого не спалил. Ну, вроде там я никого не заметил, так что, в принципе, все отлично. Угу, так, ты стоишь на месте. Термин. Термин за два хода доходит сюда. Так, здесь двери. Допустим. Не могу единственное такое понять вот здесь. Почему здесь нет квадрата? Это вроде как бы его обзор. Ну ладно. Вырубай. Ну все, у меня объяснение только одно. Я реально не выспался. Я реально не выспался, и поэтому такие фейлы. Фейлы глупые на самом деле, серьезно. Так, термин. Но он доходит. Давай я тебе делаю усиление. Я сделал так же, как и было. Я не знаю, нафига я сделал отвлечь. Вообще, я даже не понимаю, почему я так именно сделал. У меня нет оправданий. У меня только оправдание одно. У меня мозг еще и пока не проснулся. Почему я его, блин... Взял, нажал отвлечь. Нафига? Вообще не понимаю, зачем я так сделал. Так, ну это уже помощи ему не можешь оказать. Это плохо. Поднимать его смысла я не вижу. Куда-либо еще идти тоже смысла я не вижу. Поэтому стоишь на месте. Так, веснушка идет сюда. Убивает снайпера. Скорпен идет вырубать гражданского. Деятельность противника подозрений не вызвала пока еще. Так, а где у нас с вами будет место эвакуации? Давайте сейчас посмотрим. Эвакуация здесь неудобно, здесь неудобно. Вот здесь удобно, кстати. Да, здесь удобно. Здесь у нас будет валяться агент. Так, а Индиго. Индиго сначала за два хода делаешь... А, это с компьютера, получается, забираешь документы. Давай из четырех... Обезрезываешь бомбу. Молодец. И, в принципе, ты закончил. Термин оказываешь медицинскую помощь и, в принципе, оставляешь... Хотя нет, ты его не оставляешь, ты сейчас его притащишь сюда куда-нибудь поближе. Так, способности поднять.
Потому что мне надо, чтобы его здесь никто не спалил. Мало ли, вдруг кто-нибудь тут будет проходить и спалит его. Так, один ход. Давай вот сюда. Главное, чтобы камеры сейчас здесь все вырубились. Пока подожди. Так, а ты можешь положить его? Так, надеюсь, не заблокирует нам проход. Так, Веснушка стоит на месте. Скорпенна. Скорпенна вырубает камеры. Так, судя по тому... Да. Камеры мы все вырубили. Я думал, мы вырубили только часть. Но нет, вроде вырубили все. Хорошо, Скорпенна. У нее ходов не хватает, поэтому она идет сюда. Там у нас находится еще один боец, его надо будет вырубить. Веснушка. Во-первых, забираешь вещи. Окей. Во-вторых... А, ты уже не доходишь здесь. Ладно. Там у нас еще один агент лазит, его надо будет вырубить, а потом дальше идти. Так, надо сосредоточиться. Надо сосредоточиться, иначе я так и буду по глупости фейлить. Так, вот три хода уже есть. Давай вот сюда. Окей. Она идет сюда. Пока это будет палево, поэтому закрывай дверь. А, так мы можем ее, в принципе, отсюда попалить. Отлично будет. Это будет у нас с вами делать термин. Окей. Веснушка. Избавляешься от тела. В принципе, наверное, можно было бы и вырубить... Да, выстрелить. Здесь надо делать осторожно ходы. Так, Скорпенна. А, так Скорпенна еще может ходить. У Скорпенна три хода. Или вырубаем. Или убиваем. Давай будем вырубать по-мирному. Ну как по-мирному? Для меня это не убийство. Но они почему-то считают, что это убийство. Сто опыта. Так, пока все хорошо. Это меня радует. Значит, сейчас по логике вот этот агент должен выйти туда. Так, ты у нас идешь сюда. Ага. Ты у нас гражданский. Но здесь только бомба, но его надо по-любому вырубать, потому что он лестничную площадку палит. Термин. Термин, к сожалению, не доходит. Мента видишь, но мент меня не устраивает. Он мне не нужен. Но гражданский вроде бы не идет никуда. Он стоит на месте. Веснушка. Вот тут, конечно, нас могут спалить. Плюс еще здесь ходит агент. Но я, скорее всего, если что, в следующем ходу ей дам усиление, и она дойдет. У тебя же есть усиление? Есть, отлично. Так, Скорпенна. Избавляйся от тела. Так, ну здесь я вроде бы все полезное собрал. Здесь вроде тоже больше ничего не было. Здесь тоже. Самое же главное еще не забыть. Все собрать. Ну, здесь вроде бы ничего нет. Окей. Здесь еще боец лазит, который нас может спалить. Поэтому желательно бы от него бы избавиться.
Так, а ты у нас... Давай ты у нас пойдешь вот сюда. Или вот сюда. Jeez, I thought it was somebody else. Так, somebody else. Ты нас не спалишь, это 100%. Ждем, когда появится здесь вражеский агент, чтобы можно было бы вырубить. Менты. Вот этот ходит, этот стоит на месте. Окей. Ага, все хорошо. Веснушка пока стоит на месте. Поехали дальше. Тут главное не подходить близко к окнам, иначе спалят. Так, who is that? Давай. Способности вырубить гражданского. Чтобы он нас не спалил. Затем, значит, обезвреживаешь бомбу. Так, ну и сюда. Окей, термин. А мы там избавились от гражданского, да? Не вижу, ладно. Все равно потом через то место будем уходить. Так что ты сначала избавляешься от тела. Так, ну сейчас не вариант подниматься на лестничную площадку, иначе нас спалят. Хотя, по-моему, агент у нас не ходил сюда. Да, он до сих пор еще не вышел. Ага. Но тебе все равно ходов не хватит, чтобы сюда дойти. Опять же. Веснушка. Да, вот смотри, он получается здесь палит. Он палит. Ну тогда сможем только на один ход сюда подойти. И пока стоим на месте. Вот он, агент вражеский. Он, кстати, может спалить Индиго. Он будет здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бля, может спалить. Скорпена. Не доходит все равно. Сюда встать. Так, он прямо идет. Может быть, и не спалит, как бы. Не должен, в принципе, обзор так резко упасть сюда. Прям вот все это увидеть дело. Тут же все-таки бортик есть. Ладно, пока все стоят на месте. Поехали. Ага. Так, ну, скорее всего, он спалился из-за того, что... На бомбу он среагировал. То есть я обезвредил бомбу, и он среагировал. Поэтому давай, наверное, мы сейчас тебе поставим усиление. Мы же знаем примерно, где он стоит. Правильно. Как раз ты сюда доходишь, поэтому давай я... У него там нет обзора. Гражданский нас не спалит. Так, вырубить. Окей. Так, здесь от всех избавились. Индиго тогда. Допустим. Бомба обезвреживаешь. Так, ну агент у нас все закончились. Агентов больше нет. Сюда. Ну давай вот сюда вот встанешь. В уголок. Orders. Наверх. Кстати, сможешь забраться наверх. Чего бы нет.
Потому что у меня по поводу того палева не было никакого объяснения. То есть до этого мы ходили, все было нормально, пока не вырубили гражданского, пока не обезвредили бомбу. И потом он только зашевелился, что очень странно. Так, ну здесь надо работать вдвоем. Он, походу, ходит по кругу, что ли. На первом этаже вроде все собрал. 3 из 5, 3 из 4. Еще двое вещей и один документ. Документ я вижу, вещи, скорее всего, находятся вот здесь. Больше здесь ничего нет. Веснушка. You can't be serious. Стабилизация есть. Так, и теперь по поводу гражданских. Гражданский, идет сюда поближе. Офигительно. Так, ты у нас идешь вот сюда, да? Раз, два, три, четыре. Значит, это тут палевная территория. Сюда, в принципе, тоже палево. Поэтому стоишь пока на месте. Скорпеном. Ну, Скорпена либо за бойцом пойдет. Кстати, чего бы нет-то и не пойти-то за бойцом. Ну-ка, если тебе сделаю усиление. Просто мне кажется, вот здесь вот будет палево, но... Давай посмотрим. Может быть, ты, кстати, сможешь ее убить, его, вернее, убить. У тебя есть УЗИшка, которая с глушителем, пистолет с глушителем. Чего бы нет-то? Чтобы нам его с вами не убить, да? Ну-ка. 75 у него здоровья, это не сможешь ты сделать. Соответственно, само собой нет. Вот это вот, кстати, да. Но у него каска. Нормально, пойдет. Веснушка. У Веснушки два хода. Смысла здесь нет. Кстати, если только на крышу не можно будет забраться. Здесь же не палево, не палево. Ну-ка давай, Веснушка, на крышу. Отлично. No! Немного не понимаю, кто кого спалил в этой ситуации. Так, Индиго, тогда идешь сюда. Мент не должен спалить по-любому. Единственное, только это мог только гражданский спалить. Все. Больше никого. Но что конкретно он спалил гражданский, я так и не понял. Так, термин. Забираешь вещи. Допустим. Веснушка. Тогда, наверное, бери агента, да сваливай Веснушкам. Непонятно, кто спалил, серьезно. Так, тебе к мобильности. Окей. Пойдет. Кто сейчас спалит, я не знаю. Может быть, гражданский спалит? Через окно. Нет. Не палит. Гражданский не палит. Мент тоже не палит. Так, ну два варианта.
Значит, ты у нас встаешь вот здесь. Я избавлюсь от гражданских, потому что они меня палят здесь. Hi. Термин. Вот здесь. Веснушка. Бонус к мобильности есть. Чем быстрее дотащишь, тем лучше. Так, главное сейчас не забыть Индиго и Термином вырубить гражданских, кто сейчас сделаю следующий ход и спалюсь. А мне надо сюда, да? Окей. Так, Скорпена. Ну, в принципе, Скорпена, опять же, я не вижу смысла куда-то подниматься наверх, поэтому давайте, наверное, уже к месту эвакуации ее тащить. Либо заработать, кстати, дополнительные очки опыта, почему бы и нет. Так, вырубаешь. Допустим. Допустим. Кстати, а ты же сможешь нас... Во-первых, давай пока избавься от тела. Sure, давай. Текс. И... Здесь забираешь вещи. И вопрос. 4 из 5. Что, где-то еще какая-то вещь есть? Что-то я этого не заметил, если честно. Блин, ну и где мне искать последнюю вещь? Здесь я вроде все пособирал. Может, что я стоял на первом этаже? Так, ну я реально не вижу, где. Блин, я думал, я там соберу все вещи. Я реально так думал. Но в итоге нет. В итоге что-то где-то я оставил, но я реально не вижу, где оставил, поэтому... Давай пока вот сюда. Подожди. Здесь вроде никого нет. I'm going. Так, вещи там я забрал, по-моему. А, там у нас лазеры вырубались, все правильно. Там вырубались лазеры. Где тогда еще одна вещь? Тут ничего не было. На первом этаже тоже. Единственное, только, может быть, вот в этой комнате что-то есть, но... Тут ничего не подсвечивается, поэтому вряд ли что-то здесь есть. Тут вроде я все пособирал. Короче, не знаю, я париться особо не буду. Если я не нашел, значит не нашел. Хрен бы с ним бы. Так, 2 хода вот сюда. Так, это бомба, а там у нас... Документ. Primary mission goal accomplished. Так, задание выполнено. Get ready, Faxfield. Окей. I'm on my way. Заказываем эвакуацию. Так, ну смотри, Веснушка может, кстати, сюда пойти. Еще бы нет, здесь будет ближе всего подойти. Как раз с телом, да?
Блин, реально не понимаю, где что я мог забыть. Здесь точно ничего нет. А это единственное здание, которое стоит дальше всех. Не понимаю. Так, Скорпена. Неплохо. Но придется тебе здесь подождать, чтобы заныкать тело. Пока заканчиваем ход. Где я что упустил? Ну, вариант, опять же, мне только вот в этой комнате. Больше нет вариантов у меня. Так, это у нас Индиго. Ну, давай сюда зайдем. Но здесь ничего нет. В принципе, как и ожидалось, что здесь ничего не будет. Непонятно, ладно. Так, ты у нас идешь фоткаешь. Ну, хотя бы документы все. Это уже плюс. Да, 4 из 4. Где одну вещь я смог упустить, я не вижу. Ладно, значит, термин. Здесь больше делать нечего. Веснушка. Я бы, конечно, бы вытащил веснушку, но я не знаю, вдруг тут кто-нибудь лазит. Скорпена. Так, дальше Скорпен идет вот сюда. По-моему, где-то здесь был гражданский, если что. Избавишься от гражданского. Так, Скорпена, покажи мне Скорпена-то. Да, я не избавился от гражданского, я совсем про это дело забыл. Но у тебя все равно не хватит ходов, да? О, вернее, да, очков стрельбы нету. Окей. А, отлично. Нашел последнюю вещь. Хорошо. Так, допустим. Давай, наверное, всем дадим усиление. В принципе, уже неплохо ходишь так. Прям очень хорошо. Допустим, термин. Так, а термину, кстати, может быть, забрать. Не, забирать у нас ничего не будет. У нас покинешь сейчас территорию, будешь смотреть, палевно там или не палевно. А Индиго, если что, заберет последние вещи. Окей, веснушка пока стоит. Скорпена, избавляешься от тела. Плюс поднимаешь вражеского агента и подходишь к окошечку смотреть. Вдруг там кто-нибудь есть. Если там никого нет, то это будет просто замечательно. Блин, серьезно, два хода надо было. Обалденно. Ход отойти и ход поднять. Так, и как раз вот сюда встанешь. Так, ну да, я никого не вижу. Веснушка, значит, получается, спокойно идет сюда. Здесь никого нет. Просто все замечательно. В общем, веснушка на месте. Сейчас троих подгоним, и все нормально.
Блин, два хода, серьезно? Ну а куда деваться-то? Придется. Малошумящая мина. Что-то новенькое. Так, ну ходов у тебя уже не хватает, я вижу. Термин дошел. Осталось Скорпена и Индиго. Ну, Скорпена тоже дошла. Окей, осталась только одна Индиго. Если честно, игра начинает уже наскучивать. Потому что все это однообразно. В этом, конечно, минус. Однотипно. На первых порах это, конечно, все интересно. А дальше это уже все одно и то же. У нее ж нога дрожит от укола, блин. Доходишь, доходишь, все, сваливаем. Блин! Вот сказал же опять, мозг мой еще до сих пор спит. Ой. Не то нажал на блок-вирус уже давно-давно. Так, ну это все палевное. Надо попробовать этот пистолет поставить кому-нибудь. Новый броник, но это открытая враждебность, куча документов и два агента у нас захваченных. Так, новые перки, новое обучение, новые перки, новое обучение у Веснушки, у Скорпены. Это хорошо, давайте сразу туда перейдем. В жилые помещения поставим перк. Позволяет продолжать ход после стрельбы. Кстати, вот очень полезная вещь. Повышает показатель брони. Нет, это тоже нет. Вот этот я возьму. А, деньги. Можно, кстати, прокачать, чтобы нет там. Вот со связями, кстати, полезная вещь. И РРК, кстати, можно будет ей заодно поставить. Чтобы нет. А, сколько будет стоить обучение? $1000. Обучаем этому делу. Веснушка, значит. Увеличивает дальность взгляда при дозоре. Снижает время перезарядки концентрации. Дозор увеличивает преимущество полных укрытий. Либо вот этот, хладнокровие, либо умеренная паранойя. Ладно, давай по укрытиям пройдемся немножечко. Так, и обучение. Тут что-нибудь есть? Тут ничего нет. Вот здесь есть глушитель. Хорошо. Обучение. Тоже, что ли, этому делу обучить? Ну, я даже не знаю, что прокачать-то лучше. Ладно, давай тебя. Окей, по броникам, значит, прошлись. Продать. 8400 у нас есть. Мы, в принципе, тогда сможем свалить. Так, у тебя глушак стоит. У тебя глушак стоит. Беглец. Вот у беглеца глушака нет. Меняем. Так, по оружию, если пройтись, что можем продать? Так, тебя продать. И, в принципе, и все. Все остальное по одному. 45-го калибра пистолет. А, вот как вы прокачивались пистолет, по-моему, да? Б-76. Или нет? Или вот эти вот два прокачиваются? По-моему, вот эти вот два прокачиваются. Ну да ладно. Не суть важно. Так, пункт связи. Абориген. Снова назначаем цех по изготовлению поделок. Давайте поставим туда... Ну, пусть бочка занимается. Потому что кадьяка я хочу поставить немножко на другое занятие. Ну и оракул пусть занимается. Лазарет ничего. Мастерской у нас...
беглец изготавливает. В аналитике назначаем, значит, Индиго, центр физической подготовки, Кадьяк в ТСТ. Так, здесь у нас двое на допросе, еще двое потом остаются. Угрозы пока от них никакой, это плюс. Ну и давайте посмотрим по нашим досье. У нас куча новых документов. Комода. Согласие под кодовым народный герой. Владивосток. Хамлом. Так, ну и связь только с Владиком. Пока больше нет. А, народный герой. Где-то был, но уже не здесь, да? Комода. Вот есть комода связь. Хамло. Хамло не видел. Так, теперь здесь четыре слова. Дармоед, морской лев. Правых видов, новое какое-то слово. Торнадо. Дармоед. Дармоеда я не вижу здесь. Торнадо. Торнадо тоже, по-моему, не было. Правые виды. Вообще, по-моему, первый раз с таким словом сталкиваюсь. И морской лев тоже нет. Кобальт и чернильница. Чернильница есть. Кобальта я не видел. Передовик, чумные доктора и святой банкир. Чумные доктора есть связь. Все остальное нет. Так, два слова. Внутреннего два разных баз экстремистов. Будённый. Так, экстремисты и Будённый. По-моему, ничего такого здесь и не было. Два слова. Байконур. И фанатики. Нет? Квартет струн. Так, Байконур, значит, пойдет сюда. Ты у нас сюда. Квартет струн. Я что-то такого тут не припоминаю слова. Здесь 4. Седьмой волны. Доходный дом нет. Генераторный. Беглецов. Битумных ям. Что-то из всего вот этого мне ничего не припоминается. Куча документов, блин, и что-то ничего не подходит. Так, ну здесь уж, по-моему, что-то было. Квартет струн. Арка. Арки, по-моему, не было. Кальмары. Ничего такого я не вижу. Флибустеры, поля Альбиона и Водила. Вот, кстати, есть связь с Водилой, я помню. И поля Альбиона тоже, кстати, есть связь. Блин, столько слов, и что-то никакой связи до сих пор нет. Зелень. Так, ну тут уже связь есть. Во-первых, это связь с зеленью. Во-вторых, где-то был беглец. А, Будённый здесь был. Это раз. По-моему, беглеца тоже видел. Да, вот связь с беглецом есть. Правые виды.
Вот и правые виды. Допустим. Но, по-моему... А, вот, кстати, есть связь с аркой. Народный герой. Вот связь есть с народным героем. Кальмары. Кальмары, 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 кальмары. Не вижу кальмаров. Бельведер и Лига Плюща. Не вижу. Несносного, по-моему, тоже я тут не видел. Так, ну получается еще не все. Чего-то не хватает. Касатки тоже не было, кобальта тоже не было. Ну, пока вроде все. Следующее, значит, дело. Здесь два слова. Меркурий 8. G21. Меркурий 8 нет. Девятый взвод. Тоже нет. Олимпийцы, черный лебедь. Вот есть связь с черным лебедем. Олимпийцев нет. Вот, кстати, Меркурий 8. Битумные ямы. Угрюмый. Угрюмого я не вижу. Катапульта. Не было. КБ. Тоже нет. Тунгусская, доктор Роберт. Не Тунгусский, не доктор Роберта. Тоже все. Ну и здесь. Опять же, мало-мало всего. Не хватает документов. Меркурий 8. Камень с водом. Ничего пока из этого нет. Земляной волк. Пожар, кстати, но это, по-моему, не здесь пожар. Пожар был в другом деле. Доходный дом. Нет. Гремучников. Окей. Ничего, по-моему, тут не вижу. Да. Куча документов опять и ничего нет. Бляха-муха, сколько слов. Сколько слов, и до сих пор нет никакой связи. Офигеть. Офигеть. Ладно, давайте тогда сейчас перейдем на мировую карту. У нас, в принципе, здесь все выполнено. Ничего нового пока нет. Мы пока с вами не переезжаем. Так, вернуться в центр. Могу я кого-нибудь еще прокачать здесь? Из тех, кто нам доступен. Торпеда. Термин. Механик. Вот, кстати, механика можно прокачать. Пока копим бабло. У нас, по-моему, здесь что-то еще и строится, если ничего не путаю. Да, оборудование для проникновения. Так, вот это уже хорошо. Новые документы есть. Допрошен, новый потенциальный агент. Дух. Вернуться в центр. Еще одного допросили, хорошо. Здесь тогда... Давай тогда вот этих еще допросим. Допрос. И старосту мы еще тоже, по-моему, не допрашивали. Допрос. Окей. Дальше. Пойдем по документам. Еще есть документы. Блин, ну сейчас уже должны закончить дело. Дармоед, кобальт, курильщик. Гаванца. Вот кобальт есть связь. Курильщика я, по-моему, тут не встречал. Гаваница, дармоед. Дармоеда я встречал. Гаванца я не помню. По-моему, не было гаванца здесь.
И курильщика тоже не было. Так, опять у нас связь пока потерялась. Еще три слова. Хамло. Альпинисты. Нет. Так, интересно, что это за третье слово? Творили хамло, возможно, ничто не сравнится. Прикинь, не забрались черти куда, начали сжигать тело, и вдруг откуда ни возьмись, появились альпинисты. Ребята запаниковали, ставили кучу улик и сбежали из страны. Там все исписано кодами кальмаров, и это попало в руки местной полиции. Бля, я не вижу связи, серьезно. Я сейчас буду тыкать тогда на каждое слово, потому что я не понимаю. Возможно? Чё за бред? Что за слово такое возможное? Для чего оно могло вызвать-то? Кальмары. Хамло. Серьезно, блин? Надо прям все документы достать. Уже на доску не вмещается. Контрабанд больших компьютерных чипов и плат на грузовом судне. Харисты. Флебустьеры. Соперники. Так, ну флебустьеры связь-то я уже вижу, но только мне ставить уже некуда, блин, документы, серьезно. Доска заканчивается. Да соединись ты с флебустьерами, ну. Харисты и соперники. Харистов и соперников я опять же не встречал. У нас опять будет с вами длинная серия. Я уже хочу поскорее закончить эту игру, потому что реально она уже немножко поднадоела. Торнадо. Шестиствол. Сахалин. Отлично. Связи все равно нет. Давай искать, значит, что-то где-то мы упустили с вами. Значит, поле для гольфа уходит сюда. Здесь все расставили. Идем по цепочке сюда. Лига плюща. Лигу плюща я не вижу, серьезно. Бельведер. Бельведер. А вот, кстати, есть связь с торнадо. Все, отлично. Что-то у нас на Сахалине, да? Ну, потенциальный агент. Твою мать, если данные точны, мы не сможем помешать им сбить самолет. Ребята из проекта наблюдатель сделают все, чтобы русские получили приказ сбить самолет. А что, если не сделают? В смысле? Если ты повредишь связь между командным центром и истребителями, они не будут стрелять сами. Это очень смелое предложение, братан. Но боюсь, выбора у нас нет. Спасибо, я передам парням. И что мы должны тут дать? Еще новые документы, давайте тоже закончим с расследованием. Тут, походу не закончим, да? Значит, спецназ, остряк. Остряк. Город на воде. Нет такого. И солдатики. Тоже нет. Четыре слова. Неудачник. Город на воде. Юбиляры. НАСА. Допустим. НАСА. Ну, пожалуйста, вот так вот, отлично. Город на воде есть. Неудачник и юбиляры. Юбиляры, связь есть. Отлично, неудачник. Неудачника я здесь не видел. Хорошо. Так, чумные доктора. Вот есть связь с чумными докторами уже. Авадон и озеро Тритие. Вообще такого ничего не было. В помине. Так, еще три слова. Солдатики. Потерянный рай и Диа, да? Так, Диа. Это сюда.
Солдатики, это вот сюда. Потерянный рай, это вот сюда. Вот это вот связь, вот это паутина. Не было, кстати, пожара еще никакого, да, у нас? Так, алые двери. Кулак Испании. Так, рок изобилия. Нету квартет струн. По-моему, где-то был, но я не знаю, здесь ли он был или не здесь. Не здесь. Кулак Испании точно здесь не было. И алые двери. Есть связь. Офигеть, смотри, какая паутинка вырисовывается. Интересно, значит. Так, Афина Паллада, поля извести и КБ. Так, КБ есть связь. А вот поля извести я такого слова не встречал. А, нет, есть. Есть. Есть связь. Осталось, получается, только Афины Паллада, но такого точно слова не было. Пока с этим все, получается. Здесь, опять же, не хватает. Меркурий 8, есть связь. Суд короны. Тоже есть связь. Клерк и черный папа. Нет вообще никакой связи. Добрый пастор, папаш, оркестр, акведук. Оркестр, связь есть. Ну и пока вроде получается все. Так, здесь три слова. Пхапала. Круза. Аврора. Так, это получается вот сюда. Круза и Аврора здесь пока не встречал я. Так, четыре слова. Клерк. Так, клерк, по-моему, где-то я видел. Вот связь с клерком. Оползень, сторож и смотровой. Оползень, есть связь. Сторож и смотровой. Ничего похожего нет. И тут четыре слова. Фундамент. Бухта Аруба. Семейка Джонса. Пожар. Опять же пожар, но это не тот пожар, который нам нужен. Но связь-то есть с пожаром. Так, связь с фундаментом тоже есть. Семейка Джонса. Тоже есть связь с семейкой Джонсом. Бухта Аруба. Такого я не встречал. Ну и пока вроде получается все, да? Третьей оси. Тоже такого ничего нет. Окей, тоже получается пока закончили с делами со всеми. А по поводу базы. Наверное, давайте мы под конец серии просто возьмем да переедем. В Мадрид. Ну и на сегодня закончим, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.